Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный легкий суп со шпинатом. Для рецепта нам понадобится шпинат, томатная паста или сок томатный, одно яйцо, лук, морковь, картофель и для бульона одно куриное филе. Подсаливаем воду. И выкладываем сюда куриное филе. Чтобы бульон получился более ароматный, как только мясо начинает закипать, добавляем лавровый лист и немножко обязательно репчатого лука, буквально половинку. Будет очень ароматный бульон. И теперь на небольшом огне варим минут 25. Пока варится бульон, мы сделаем зажарку для нашего супа. Лук я нарезала мелким кубиком, а морковку натерла на крупной терке. И немножко пассируем. Теперь добавляем сюда томатное пюре или томатную пасту. Можно даже свежие помидоры. И все это потушим минут 5. Курочка уже сварилась, и я ее пока вынимаю из бульона. И лавровый лист удаляем. В бульон высыпаем картофель. И варим минут 7-10. Отправляем теперь зажарку. Добавляем черный перчик и дадим покипеть минутки две. Теперь выкладываем сюда нарезанный шпинат. Шпинат долго варить не надо, буквально минутки три. Как только шпинат начинает закипать, добавляем яйцо и расколачиваем хорошо. Или размешиваем, кому как нравится. Возвращаем в наш суп мясо. Я его более мелко нарезала. В конце добавляем чеснок и немного зелени. У меня здесь зеленый лук и укроп с петрушкой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Всем приятного аппетита. Всем пока.